Спонсор программы – компания «Deo Electronics». Ярчайшая жизнь нашей программы. И давайте эту 1800 секунд проведем вместе. Сегодня с нами здесь концертный оркестр Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга. И, конечно же, игроки нашей программы, они появляются в студии. А ну давайте поаплодируем им во всю мощь. Добро пожаловать, уважаемые игроки. Прошу вас, занимайте ваши игровые места. И мы незамедлительно начинаем нашу игру. Добрый вечер, уважаемые игроки. Мне очень приятно, что вы здесь, что вы сейчас, что вы улыбаетесь, что вам хорошо, весело и тепло. Давайте я вас представлю. Участница под номером один Юлия Лукьянова. Менеджер рекламного агентства, неунывающий, обожающий компьютер-человек. В своем пристрастии к музыке она полностью согласна с Леонидом Утесовым. Любая музыка хороша, если она хорошая. Если, говорит Юлия, есть шоумены, то она шоу-вумен. Юлия Лукьянова. Участник под номером 2 Артемий Телегин. Студент архитектурного института, которого часто можно встретить на Поклонной горе, катающегося на роликах. А еще Артемий занимается большим теннисом и тяжелой атлетикой. И до самозабвения любит своих бабушек Галю и Юлю, которые не зря 8 лет водили его в музыкальную школу. И именно им он посвящает свое участие в нашей игре. Артемий Телегин. И участница под номером 3 Алла Павлова, город Зарайск. Алла – молодая мама, посвятившая себя воспитанию двух сыновей. Она большая выдумщица и делает все, чтобы домочадцы были ею довольны. Шьет, вяжет, печет торты и пироги, а во время горячо любимой угадайки подлепит годовалого Якова, с удовольствием отгадывает современные шлягеры, в то время как трехлетний Сергей пытается подражать ведущему нашей игры. Алла Павлова! Уважаемые игроки! Готовы ли вы? Нет ли каких-нибудь препятствий на пути к угадыванию мелодии? Я думаю, нет. Итак, расцветите улыбками, а я объявляю начало первого тура! Юлия, смотрю на вас. Внимательно смотрю и понимаю, что вы участница под номером один, ближайшая ко мне. Именно вам я предоставлю право выбрать категорию. Прошу. Я хотела бы праздничный заказ. Праздничный заказ, замечательно. Категория номер 3. Песня о всех видах праздников. Официальные, неофициальные, детские, семейные, любые. Нота, в которой бы вам хотелось играть? Ну, один, конечно же. Нота номер один. 50 рублей за правильный ответ. А рубль нашей сегодняшней программе будет равняться канадскому доллару. Итак, я надеюсь, что я не расстроил вас своим сообщением последним. Праздничный заказ, нота номер один. Поехали. Да, Юля. Ой, вы помните, наверное, в вашей молодости? Да. Была группа «Самоцветы». Да. Вот она пела ансамбль. Такую песню. Салют, по-моему, посвящен никому не снимаю. Салют, салют, конечно, гремит над огромным шаром. Салют, 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 молодым и старым. Юля, потрясающе. Вы даже вспомнили название ансамбля. По первым аккордам. Прошу, убирайте дальше. Ну, я думаю, мы будем играть там же. Там же. Нота. Но только нота третья. Нота номер третья. 40 рублей. Поехали. Да. Секрет, именину Кристины. Именину Кристины, совершенно верно. Итак, я вижу, в стане Аллы и Артемия начинает царить уныние. Да, действительно, Юля оказывается очень сильной соперницей, но тем интереснее ее опередить. Юля, выбирайте. Ну, давайте тогда я помогу им немножечко поиграть. Песня Александра Зацепина. Песня Александра Зацепина. Ох, это Юля, она захватывает инициативу. Ну что же, посмотрим, нота. Ну, скажем, нота номер 3. Нота номер 3, 65 рублей. Поехали. Юля. Ну я ждала им поиграть чуть-чуть. Да, интересно. Ну это «Всегда быть рядом» не могут люди. Из кинофильма 31 июня. Совершенно верно, да, конечно. Однако, идем дальше. Ну,
кинемся в популярную классическую. Кинемся в популярную классическую музыку. Замечательно, там популярная классическая музыка. Артемий, Алла, соберитесь, разомните пальцы, руки на красные кнопки. Нота! Два. Нота номер два, 70 рублей. Поехали. Да, Артем. Вставайте, люди русские. Вставайте, люди русские, конечно. Александр Невский. Да. Алла, ну что же, вы видите, что Артемий все-таки может составить конкуренцию Юле, значит, и вы тоже можете. Итак, Артемий, выбирайте, прошу. Давайте туда же нота номер три. Популярная классическая музыка, нота номер три. Поехали. Блоха. Да, блоха, совершенно верно. Да, я думаю, что у нас очень заразительный смех. Почему-то женщины его не поддержали. Но им сложно смеяться басом, только это их оправдывает. Прошу, выбирайте. Я бы остался там же, нота номер один. Популярная классическая музыка, нота номер один. Поехали. Да. Ну это ж полонез Огинского. Ну это ж полонез Огинского. Ну извините, что не было сложнее. Конечно, конечно, конечно. Юля, ну простите, простите. Я думаю, что имеет смысл еще раз пригласить вас в игру. Вы будете одна, и там будут такие мелодии. Ой, а вы там будете? Я буду с карточками, где будет все написано. Юля, прошу, только выбирайте. Только с карточками. Да, выбирайте. Ну, я думаю, праздничный заказ. О, как ей скучно на нашей программе угадывать легчайшие мелодии, но тем не менее, уж попали так попали. Итак, праздничный заказ, нота. Ну, вторая. Нота номер два. Отлично, поехали. Да, Юля. Да и с днем рождения. С днем рождения. Нет, я не хочу вести эту игру. Я вижу, что нашей участнице просто скучно. Ну, конечно, с днем рождения, Лада Дэнс, да! Совершенно верно. Уважаемые игроки, на этом скучнейший, тягомотнейший, нуднейший первый тур нашей программы, в котором Юля чуть не заснула, заканчивается через несколько мгновений. Мы увидимся с вами во втором туре. Прошу вас, зайдите на поле, уважаемые игроки. И через несколько мгновений вы обязательно вернетесь. Да, Юля вытворяет что-то, к чему я был лично не готов. Ну что же, тем интереснее наша игра. Дорогие друзья, я думаю, что звуки ваших аплодисментов и бравурная музыка оркестра под управлением Михаила Финберга разбудили, может быть, заснувшую там за кулисами Юлию. Итак, второй тур нашей программы вступает в свои права. Наши игроки появляются в студии. Давайте встречать их аплодисментами. Я предвкушаю интересную игру. Но посмотрим, 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 кто же станет победителем. Добро пожаловать, уважаемые игроки. Прошу вас, занимайте ваши игровые места. Юля. Как хорошо, что вы не заснули, еще не заснули. Вы из последних сил боретесь со... Ну, в общем-то, я бы не делал такого откровенного публичного заявления в мой адрес. Тем не менее, я объявляю начало второго тура! Итак, Юлия, которая... Да. Итак, Юля, милая Юля, вы лидер по итогам первого тура. Вам выбирать, прошу. Алла, Алла, сейчас, секунду, прежде чем вы выберите. Алла, соберитесь, скажите себе, я смогу. Улыбнитесь, руки на красную кнопку. Все, Юля, выбирайте. Кино и музыка. Кино и музыка, замечательная категория номер один. Песни из различных кинофильмов. Тут есть поблажка. Напоминаю, что если вы не помните название песни, но помните название кинофильма, это уже достаточно для ответа. 50 рублей стартовая цена, поехали. Да. Собака на сене. Собака на сене, совершенно верно, конечно. Роман с Дианой из этого кинофильма. Прошу, Юля, выбирайте дальше. Такая злободневная мелодия была. Да. Я волнуюсь. Да, а как я волнуюсь, Юля? Хочу профессию. Мы с вами такие профессиональные. По-моему, мы играем не в тот театр, но тем не менее, профессия. Поехали. Да. Бухгалтер. Бухгалтер, совершенно верно, милый-милый мой бухгалтер. Вот он какой, совсем смешной или как-то так. Прошу, Артемий, выбирайте. Давайте туда же. Профессия, да? Да. Алла. Алла, посмотрите на меня. Хорошая. Профессия, поехали. Да. Музыкант. Играй, музыкант, совершенно верно. Я буду верить в то, что лучше и так далее. Паша Распутин исполнял эту песню. Алла, посмотрите на меня. Давайте, выбирайте. Давай. Останемся в категории профессия. Слушаем музыку дальше. Да. Человек-свисток. Человек-свисток, совершенно верно, конечно. Анжелика Варум, то есть...
милиционер. Прошу, выбирайте дальше. Поскольку я к вам сегодня так неровно дышу, я выбираю сильный пол. Спасибо, спасибо, спасибо. Да, действительно, это о нас, о самцах. Вот это сильный пол, категория номер 4. 50 рублей. Поехали. Настоящий полковник, конечно! Совершенно. Ах, какой был мужчина! Юля, вы даже развеселились почему-то. Вы даже... Я вам бы дала генерала, Влад. Прямо я даже не знаю. Ведущий программы «Года мелодии», он приравнивается к генерал-майору по армейской табели о ранге. А мы тогда? Игроки, ну, это от младшего сержанта до старшего сержанта, в зависимости от набранных очков. Итак, вроде бы развеселились. Ефрейторов у нас нет. Итак, сильный пол, будете брать или уйдете в другую категорию? Уйду. Уходите. Куда? Ухожу. Куда она пойдет, спросим мы себя. Ну? Ухожу. Времени мало. Профессию. Профессию, замечательно. Последняя, четвертая мелодия. Слушаем. Да, Юля. Я земля из своих провожаю петух. Сыновей, дочерей, долетайте до самого солнца и домой. Конечно, угадано. Прошу, убирайте дальше. Ну, сильный пол. Сильный пол, замечательно. Итак, полковник там был, может быть, найдем какого-нибудь младшего сержанта. Поехали. Артемий. Свадебный марш. Свадебный марш. Я бы сказал антисвадебный марш, потому что я на тебе никогда не женюсь. Совершенно верно, конечно. Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт. Прошу, Артемий, выбирайся. А я бы остался там же. В сильном поле. Да, там. Поехали, слушаем дальше. Да. Мы красные кавалеристы. Мы красные кавалеристы, и про нас блинники речистые ведут рассказ. Да. Прошу, выбирайте дальше. Кино и музыка. Кино и музыка. Замечательно. Слушаем. Да. Аллочка, да. Ну? Дорога, конечно. Из Карадима Никола Паганини. Yes, угадано. Уважаемые игроки, на этом второй тур заканчивается. Заканчивается он замечательно. Ни одной ошибки. Угадные мелодии. Огромное количество угадных мелодий. Но игра есть игра. Милая Алла, к сожалению, вы проигрываете. Но вы улыбаетесь, потому что, я уверен, у вас хорошее настроение. Несмотря ни на что, и вам аплодируют все зрители нашего зала. И, конечно же, ваши соперники. Алла, спасибо огромное. Всего доброго. Юлия, Артемий, увидимся в третьем туре. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые игроки. Да, такое бывает редко, однако Юлия, Артемий и Алла не дали ни секунды передышки ведущему, так ему и надо. Они выросли и забыли своих родителей. А вы помните? Дорогие друзья, может быть, даже с некоторой дрожью в сердце я объявляю начало третьего тура нашей программы. Такие игроки не часто появляются на нашей площадке. О, это будет интересный третий тур, смею вас уверить. Итак, игроки появляются в студии, они играют замечательно. Давайте встретимся с аплодисментами, бурными овациями. Добро пожаловать, уважаемые игроки. Прошу вас, занимайте ваши игровые места. Кто вас запугал за кулисами? Кто вам сказал, что нужно стоять ровно и косить глазом? Мы решили как два непримиримых противника. Это то, что белый платок, символ мира, он здесь неуместен. Здесь будет битва насмерть, да? Итак, третий тур. Дункан Маклауд. Замечательно. Итак, у него, кстати, косички не хватает. Итак, Артемий, это я про вас. Итак, лидером по итогам первых двух туров является Юлия. У нее 626 рублей. Рубль сегодня равняется канадскому доллару. Юлия, вы лидер. Вам начинать торги после моей подсказки. Подсказка номер один. Песня о страстном желании уйти в горы. Прошу вас, вы начинайте. Ой, да легко. Я угадаю эту песню с 7 нот. Угадывай. Угадывай. Почему-то сразу соглашается Артемий. Итак, песня о страстном желании уйти в горы. 7 нот угадывает Юля. Слушаем.
Ну, отпустите меня в Гималайи. Отпустите меня в Гималайи, совершенно верно. Да-да-да, Маша Распутина исполняет эту песню. Кстати, я всегда задался вопросом, зачем ей в Гималайи. Вариантов, кстати, может быть несколько. Это изучение буддизма, собирание горных цветов, а может быть тантрический секс. Подсказка номер два. Песня о сильном соблазне неизведанного. Счет 1-0 в пользу Юли. Песня о сильном соблазне неизведанного. Юля, прошу вас, начинайте. Я угадаю эту песню с 7 нот. А я с 6. Ну, попытайся. Попытайся. Итак, Артемий, вы будете угадывать песню о сильном соблазне неизведанного. 6 нот. Слушаем. Они прозвучали, Артемий. Достаточно явственно. Ну, вспомните. Нет, похоже очень на розовые розы. Но это... Розовые розы, это к сожалению, нет, вы ошиблись, к сожалению. Это... Незнакомка, Игорь Николаев, ты ко мне приходишь, да. Незнакомка, только жаль, что лишь во сне. Сейчас становится 2-0 в пользу Юлии. Подсказка номер два. Песня о тотальном отъезде. Я попытаюсь с 7 нот. А я с 6, как всегда. Ну, угадывай. Угадывай. 5. Песню о тотальном отъезде с 6 нот. Слушаем. Ну, я не знаю. А чё ж торговались-то тогда, Артемий? Прощай, со всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Еще становится 3-0 в пользу Юлии! Ну что же, Артемий, я вижу, что вы немножечко огорчены, но тем не менее не расстраивайтесь. Вы играли очень хорошо, вам аплодируют все зрители. Все говорят, молодец, Артемий, и так держать. И позвольте в память о вашем замечательном участии в нашей программе вручить вам приз. От спонсора нашей программы компании Deo Electronics этот видеомагнитофон вам на память. Спасибо огромное, Артемий, еще раз я говорю вам до свидания. А вам, Юлия, я говорю, увидимся в супер-игре. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые игроки. И через несколько мгновений Юля в супер-игре играет что-то с чем-то. Я уверен, что наша супер-игра не будет для нее сложной. В конце сезона игр 1996 года наша программа проводит турнир звезд. Турнир лучших игроков программы «Угадай мелодию». В списке призов квартиры, яхты, автомобили, все, что в вашей душе угодно. Выберите своего любимчика и напишите нам. Обязательно укажите дату эфира и имя наиболее понравившегося вам участника. Наш адрес 127-30, улица Академика Королева, 12, телекомпания «Вид», программа «Угадай мелодию». И если вы это сделаете, я уверен, что ваш фаворит окажется в нашем турнире звезд. Цветок нужно много сил. Дети не цветы. Подарите им больше любви. Дорогие друзья, вы знаете, мне пришла в голову сейчас мысль, а может быть Юлии заочно присвоить звание суперфиналистки, суперпобедительницы нашей программы? Или все-таки помучаем ее 7 мелодиями за 30 секунд? Думаю, что все-таки помучаем. Посмотрим, как это оно будет. Итак, Юлия появляется в студии. Давайте встретим нашу финалистку. Она уже с нами. Добро пожаловать, Юлия. Прошу вас на центральное место. Место финалистки нашей программы. Замечательно. А теперь на место. Итак, маска светской львицы сброшена. Под этой маской оказалась веселая, молодая, задорная, юная леди, которая сейчас будет угадывать 7 мелодий за 30 секунд. Ага, маска светской львицы одета, понятно. Говорить больше нечего. Итак, Юля, играете замечательно. Угадывайте просто шик, блеск, красота. Кстати, у нас есть такая категория. Готовы? Легко. Ну что же, осталось только поаплодировать нашей финалистке. Пожелайте еще раз удачи. Юлия Лукьянова, город Москва. Начали. Йоса! Миленький ты мой. Миленький ты мой, совершенно верно, конечно. Возьми меня с собой. Дальше. Нажмите кнопку. Прежде, пока вы не нажмете кнопку, я не могу остановить время. Пропускаем. Пропускаем. Дальше. Сестренка Наташка, теперь первоклашка. Да, совершенно верно. Наташка первоклашка, конечно. Дальше. Твои следы. Твои следы, да, да, да. Конечно. Дальше. Человек из дома Человек вышел. Из дома вышел. Совершенно верно. Прекрасно играете. Не волнуйтесь. Все хорошо. Дальше.
Юля, смотрите на меня. Любовь кольцо, у кольца начало. Начало нет и нет конца, совершенно верно, конечно. Итак, мелодия номер 7, а потом возвращаемся к мелодии номер 2. Поехали. Враги сожгли родную хату. Да, 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 конечно. Итак, у вас 12 секунд, всего одна мелодия. Мелодия номер 2, мы к ней возвращаемся, угадываем. И дальше, конечно, только призы, аплодисменты, улыбки. Поехали. Любовь одна, виновата. Совершенно верно, она выигрывает супер игру. Да, конечно, 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 конечно. Юлия Лукьянова, город Москва, суперфиналистка, суперпобедительница нашей программы. Аплодисменты превращаются просто в какую-то бурю. И Юля, в память о вашем замечательном участии в нашей программе, я вручаю вам приз. А где же аплодисменты? Да, да, да. Итак, нет, стойте, останьтесь там. Итак, а спонсор нашей программы компании Deo Electronics — это микроволновая печь. Вам на память. Юля, не волнуйтесь, вам ее принесут лично в руки. Итак, Юлия Лукьянова, финалистка нашей программы, суперпобедительница. Юля, прошу вас, зайдите на подиум. Вы покидаете нашу программу абсолютной, абсолютной чемпионкой. Только ради бога не упадите. Ведь, кстати, могла бы быть травма, а травмировать игроков нельзя ни за какие коврижки. Мы будем над этим работать. Тот, кто виноват, он получит свое. Я думаю, что у вас всех прекрасное настроение. У меня лично оно просто шикарное. До встречи. Пока.